Хей, если с вами Шмики, мы продолжаем пройдите руху под названием не Bloodstained, а Bloodstained. Думаю, что в переводе это у нас капли крови, либо кровавые пятна. А кровь это у нас Blood. Окей, на чем мы вообще остановились, я на самом деле не помню. Давайте смотреть. Жадный поезд. Ага, все, у нас попрыгунчик. Мы убили попрыгунчика. А мы сейчас где? Ага. Хорошо. Перья. Так, жилет ассасина. Наряд ассасина увеличивает скорость ваших атак. Здравствуйте. Хорошая защита. Но здесь у нас плюс проклятие. Минус 5, но плюс... Плюс 10. Подожди, или это падает, да? 5. Это падает до 5. А давай посмотрим, сколько плюс скорости. Окей. Ну, мне кажется, оно не влияет, да? На скорость полета. Или влияет? Окей, что мне интересно, это оружие. У нас, в принципе... О! Хонибами. Японская алебарда передается... Так. Переделанная в меч. Оружейный тусира. А ну-ка. Ага. Ну это типа... Окей. Ну, у нас с вами довольно хороший... Так, у нас еще пистолет довольно хороший. Ну, на пистолетах у нас не распространяется. Меч у нас, в принципе, режущие атаки, да, и колющие. Я здесь на самом деле не знаю, по сути, плюс проклятие. Или это сопротивление проклятия. У нас, типа, так больше брони будет. Ну, интеллект на плюс единица. Ладно, пускай будет жилет ассасина. Чё по кольцам? Какой у нас... давайте на второе кольцо. Это вот это, да, у нас? Плюс 2 к урону. Плюс 1. Ну, блин, у нас в основном кольцо что там дает? Сопротивлению и... У нас более хорошо хилят наши эти. Ну, пускай будет этот. А мне с тобой поговорить нужно? Ты хорошо питаешься? So, what'll it be? А ты что, хочешь мне что-то предложить? Ты. Бульончик. I'll go with this. Опа. Great. Отлично. Обещаю сделать все, что останется в Джебеле. У нас уже ХП увеличилось? Или нет? У нас было 718. Яд. Вещество, отравляющее вас и некоторое время отнимающее здоровье. Хороший предмет. Так, это у нас поглощено. Может, бонус за первый раз мы можем только использовать один? Типа он не накладывается, знаете, типа... А сейчас попробуем. В смысле? Я не понял. Я ж... Я его уже съел. Are you eating? What are we transmuting this time? А где суп? Come back anytime. Я прикола не понял. А в чем прикол? Мне только пицца. Окей.
Сейчас попробуем заново. Давайте я пересохранюсь. Где второй слот, потому что у меня там этот. Потом придется очень долго это догонять, весь процесс. Как вы видите, разница во времени больше часу. А вот это правда как-то... What are we transmuting this time? Жрачку мне сделай, бульончик, пожалуйста. Так, прозрачный бульон янтарного цвета, вкусный и холодный, и горячий. I'll go with this. Или там есть шанс все-таки его не создать? Great. Stop back off. Сейчас такой смотрим, а его нету. Чё? За дерьмо? А, вот он. В смысле? Я сейчас пропуск. Реликвия нужна для прохода сквозь... Так, входные врата демона. Кари. А в смысле? Я думал, это уже все. Hi, Miriam. What are we transmuting this time? А я могу усилить своего питомца? Интраж. А как питомца усилить? Подожди. Давай хилки создадим. Why no? I'll go with this. Пять максимум, ясно. Stop back off. Окей, хорошо. Сейчас мы еще за своими этими пойдем. Фруктами. А ну это овощами, которые мы посадили. А что мы садили последние? Кукуруза? Ей еще картоху нужно пожарить. От Замгита пришло еще одно сообщение. В зале, где звонил колокол, еще Дим, так, Денесу, что купается в крови. Вампирша, наверное. Вампир пьет кровь, а не купается в ней. Постой, это не все. В комнате все еще было в крови и осталось... Так, и в останках. Может, после какой-то жесткой битвы? Если это, я правильно все разбираю, то демон, о котором он говорит, может мгновенно принять... Так, притягивать кровь и касаясь ее. Это значит, что малейшая рана, когда... Так, когда она рядом, будет смертельно опасна. Ее нелегко будет победить. Тебе нужно хорошо подготовиться. Спасибо. Давайте я... Нахера нужен? Да. Это, знаете, такое можно лохануться, чтобы чисто самому себе дэмэдж нанести. Что, давайте купим. Нихера, у меня 10 тысяч. Мана, мана. Святая вода. Мэтт проклятие. Давайте я камешков куплю. Да. Лекарство феи. Немного здоровья только для... А, это короб... В смысле? Только для Карабаса. Для феи? У тебя сразу хавчик можно купить. Ничего себе. Сульфат. Картоху, значит, посадим. Ладно, посрать. Спасибо, заходи в любое время. Где можно было питомца усилить? Подождите, или питомец это у нас осколок? So, это волосы, чудовище, птица. И опять минус до хера времени. Так, давай. А в смысле мне Enter это прыжок? Не понял.
кольцо этого карманника. Кольцо, от которого из врага чаще выпадает золото. Ну, такое. Так, и мне интересует инвентарь. Это рис. Здравствуйте. Плюс интеллект. Простое блюдо, морской еж на вареном рисе. Пальчики оближешь. А, да, все-таки он увеличивает и предыдущие статы. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, погнали за этим и отправимся тогда. У нас теперь же телепорт есть. Дуотика. А что есть? Давай кукурузу садим. Если мы сейчас, знаете, куда с вами отправимся? На корабль. Мы отправимся сейчас на корабль. А чё по фрезам? А чё у нас по фрезам? Которых не должно быть. У нас же теперь там быстрый телепорт есть. А, туда долго идти. Довольно долго. А, я думаю, там что цены будет. А почему это говорю? У нас же есть теперь новая способность, которую мы заполучили. Довольно хорошая. Я думаю, она позволит нам попасть туда, куда я хочу. А, через эту комнату. О, как и... Минус в игре, это вот эта сраная херня. То, что мне не позволяет нормально пройти через... подъемы эти. Ну, хотя бы этот... спрыг нормально работает. Беру свои слова обратно. Это... а, мне, в принципе, сюда и надо. Я его пошучу уже. Ох. Да, мне даже этот уже не нужен. Ну вот, снова же, такая же херня происходит. Сейчас попробуем. Ах, ты ж ё-моё. Не прокатит. А, тогда без двойного прыжка были, да? А знаете еще что можно попробовать? А, нет, не работает, ладно. Ну, почему? Я хочу туда запрыгнуть, слышите? Я думал, я могу реально запрыгнуть туда. Давай выше. Еще давай. Я что, зря сюда прибежал? Вон, тень этого черта осталась. Да. Найс. Хотя там немножко, понимаете, я не могу просто до туда допрыгнуть. Попробуем. Каплетюша. Каплетюша. Нужно, понимаете, в тот момент, когда он типа начинает ехать.
Вот и так. Оп. Короче, идите в жопу. Короче, идите в жопу. Мне лег... Нужно просто идти, короче, по сюжету. Посрать. Откуда я мог знать, что я не пройду туда? Ну, я думал, что я туда пройду. Потому что у меня был хороший этот... прыжок. Сыр. Здравствуйте, это экономим на молоке, экономим еще на чем-нибудь там. Ладно, хорошо, что сюда хотя бы быстро можно было добежать. Ну, полетели куда надо. Это у нас получается на верхней этаже. Это нам вот... сюда. Да? Да. Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте сюда. Пойди там. Пойди сюда. Да, потому что вампир снизу, значит нам сюда. Ух, механизмы. Рок-музыкант. А. Прикольный. Прикольно замутил парень. Так, у нас там три прохода аж. Вот с этим чертом я не хочу драться. А-а-а. Да-да. Она... это слышите, это сложно. Именно здесь было пройти. Пассивный осколок на что? С глаз. А против окаменения. Повышает сопротивление стекаменения. Типа на них можно этот камень фармить. Ладно, пойдемте, не хочу. Мы... прикольная магия. Прикалистик. Вот, почему я здесь могу отражаться? Найс, ладно. Может я... а я не сильно, да, могу отражаться, в принципе? Ладно, я дойду до конца, не переживайте. Ой, ё-моё. Пипец, это дешманские же зелья пошли. Донать.
Ну, давайте смотреть, что здесь у нас теперь. Давайте сначала в эту сторону. Ладно, бежим отсюда. О-о-о-о! Я вас понял. Я вас понял. Я вас понял, стоять осколки. Рядная компания, винтраж. Осколки. Ассорбиритикам. Новый уровень хотя бы. Архивы, демоны. Карапаса. Дракон. Монстр известен своей боевой выучкой. Выручкой. Ассасин, кто у меня там еще нам выбил? Еще кто-то был новый. Еще даже два было новых. Вот с глаз вот этот был. Вот он. С глаз. Молотоглаз способный обращать добычу в камень. Это точно не было? Там стенка ломается, а я туда попасть не могу. Ха! Но я могу ее сломать. В этом вот и весь прикол. Ха-ха! А теперь главное не подохнуть. Ха-ха! Оху! Новый демон. Новый осколок. Мастерство копии. Повышает урон от копья. Архивы, демоны. Так, мне за... Вот, копьеносец. Серебряный рыцарь с копьем. Ясно. Джинрай, вытаскивай клинок. Ну, блин, у нас меч летающий, поэтому мне это не в помощь. То, что у меня минус хилки. О, стоять. О, мне туда не попасть. Чичи, окей. Пока, приятель. Поехали сюда. Поехали в ту сторону. Это единственное, куда могу сейчас пойти. О, ХП. А, емкость. Ладно. Сопротивлению громовому урону. Окей. Так, стрела преследователь. Пускайте стрелу с самоводящейся и выбран направлением. Да. Как же это все дело опасно, пипец.
Мне бы сохранялку где-то найти. Сейф, плиз, сейф, 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 сейф. Чё по стенам? Ой, блядь, я думал, в чем дело? Это сундук Мими. Ёпарный театр. Сейф можно, пожалуйста? Пожалуйста. Угу. Ладно, давайте. Окей, пойдем вниз. Да уж, ХП придется создавать. Очень много желательно. Так, вот это я сейчас не понял. Да, это весело. Это пиздец, как будет сейчас весело. Почему, значит, почему, подождите, что, я там еще нового демона, да, открыл? Вам показалось. Осколки. Пи-пи-пиу! Пи-пи-пиу! Так, венец с громом. Снаряжением. Венец под защитой грома. Защита. Аксессуар для волос с повышением. Так, с повышенным оперением. Это плюс сила, а это минус урон. Давай посмотрим, что здесь. Окей. Можно сейф? Стой, а где там этот сейф? Отсюда вниз. Я за сейвом. Сори, я за сейвом. Типа, мне не в прикол юзать по КД хилку. Да, я понимаю, что уже конец серии. Увы. Увы. Мы нихера такого не сделали. Увы. Ну, ладно, еще пробежимся. Думаешь, никто не расстроится? Думаю, нет. Думаю, никто не расстроится. Блин, вот это... Мне ж теперь все заново проходить. Как же убог эти переход между локациями сделан. О боже.
что ты мне даешь? Пулять с этими шариками. Умелый выстрел. Повышает урон от огнестрела. Я даже так могу. Нет, нет, стой. Это все за тебя. Поехали. Я не знал, что там так можно. Сейчас мы тогда туда попадем, слушайте. О? О? Так, да? Я. Как, я могу? Я сейчас сразу вот эту сохранялку пойдем. И считайте, так мне намного быстрее будет это все делать. А вот теперь... мы можем с вами провернуть кое-что. Стой, сначала я проверю на стенку. Что я не помню, на что я, где я проверял, а где нет. Окей. Ты знал. Ох, если я упаду, будет нормально, я приземлюсь. Как нету? Сюда. О, как мне этот заюзать? Я, ага, хер там. Чё за дерьмо? Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.